Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня отправляюсь в отпуск. Тю, ваши. Уже собрали мы чемоданы. Получилось целых два чемодана. Один вот мой. Это Нелин. А это общая сумка. Тут видеокамера будет лежать. Что там еще лежит? Нетбук. И вроде бы все. Ну, что-то еще вот такие подушки надувные. Куртка старая Нелькина. Вот как-то так. Ну что, Нель, какие у тебя впечатления остались о Москве? Что тебе понравилось больше? Какая выставка тебе понравилась больше? Все было круто, все было новое, интересно. С каждым днем все лучше и лучше было. Поэтому мне все понравилось. А расскажи, как вы ездили в ботанический сад? Где много-много вот этих вот пальм, цветов тебе понравилось, да? Это было круто, когда за окном зима, а ты такая заходишь в этот маленький островок. Было очень все круто. А вот про эту пальму, которая у тебя понравилась, такая вот большая, листья такие широкие-широкие. Она там сделала очень много фотографий, но это просто много фотографий. Кстати, мы вам советуем сходить туда, не поленитесь. Адрес я вам напишу в описании под видео. Вот. Билет, кстати, недорогой. 250 рублей, да? Да, студентам скидки. Скидки. 50 рублей. А куда сейчас ходили? Вегас. Расскажи, кстати, про Вегас. У Нелли была мечта побывать в торговом центре Вегас. Вот, и у нее мечта сбылась. Расскажи. Вегас большой торговый центр, очень все круто. Много-много магазинов, интерьер, каждый уголок в новом интерьере, это очень круто и интересно. Расскажи, как тебе понравился уголок, так сказать, в центре вот самого торгового центра, где аттракционы, чертовое колесо, каток. Вот, расскажите, вот ты там тоже много сделала фотографий напротив чертового колеса. Ну да, все было так красочно, красиво. Много-много фонариков, гирляндов, это очень круто. Там можно сделать кучу много красивых фотографий. Это точно. Кстати, видео там получается тоже хорошее. Но я, правда, не снимал, просто как-то так получилось. Не обижайте, Суша. Вот. Кстати, немножко я приболел. Вот у меня, извиняюсь, насморк. А, кстати, еще там есть местечко, где вот типа Вегаса. Вот, Лас-Вегас, вот место, где светится там. Да, красивый интерьер сделали там. Ну, когда идешь по этой... Аллее, да. То попадаешь как будто в город, в Лос-Анджелес. Там еще звездочки есть. Это звездочки, которые приезжали, заграничные звезды, они оставили свой след там. Можете посмотреть. Автограф есть, да, фотографии, когда побывал. Еще главное то, что все так переливается красивыми красками, это очень круто. А еще расскажи, как мы ездили, вернее, ты ездила в усадьбу Петра. Было очень холодно, -30, мои ноги просто окоченели, я просто думаю, я не смогу с ними шевелить, и вот. Ну, мы походили немного, посмотрели, вот тоже большая территория, вот, и потом мы бы могли еще там смотреть, но очень было холодно, мы пошли домой. Фотографий сделали очень мало, к сожалению. Мороз. В эту усадьбу мороз, да, был реально очень холодно. И, кстати, вот сейчас мы делаем видео, и за окном минус где-то 28 градусов. У нас окна деревянные, так сказать, старые, и вот хорошенько, конечно, дует из окон. В общем, впечатление тебя... Отлично.
все, мне все понравилось, все было отлично, мои каникулы подошли к концу. Друзья, ну что, мы уже у выхода. Вот наши чемоданы. Нелька вот прихорашивается, расчесывает волосы, одевает шапку. На улице минус 28. У меня капюшон. Вот так вот одену. И будет нормально. Шапку одевать не хочу. Вот так я пойду. Сейчас, подожди. Вот так Нелька пойдет. Не пойду. Смеется. В общем, сейчас сядем на дорожку. И увидимся с вами в такси. Друзья, ну что, мы уже в такси. Такси приехало быстро, комфортно. Так, Nissan. Ну что, едем, все хорошо. Увидимся на вокзале. Друзья, ну что, мы на вокзале. Как же холодно. Такое освещение плохое. Опять видны мои синяки. Сейчас подойду к Нельке. Нелька, ну как тебе поездка до вокзала? Как ты доехала? Комфортно? Тепло тебе было ли в салоне Nissan? Отлично. Видите, как мы приземлились? Тут вообще холодно. Кстати, табло сделали. Вот видите, табло? Да, его не было. Было только табло одно на улице. Вот. Сейчас будем ждать поезд. Прибывает. Во сколько? 12 часов прибывает. 59. 13, 23, 59. Что несешь? 23, 59. Это от холода. Мне все мозги замерзли. Друзья, ладно. Увидимся в вагоне. Все. До свидания. Все. Ну что, друзья, мы уже в вагоне. В нашем купе. И в нашем купе едут только два человека. Это мы. Свобода! Нам досталось очень хорошее купе. Теплое, уютное, комфортное. Вот. Довольны. Очень даже довольны. Разложили вот уже еду. Сейчас будем ужинать. Расстелим скоро свои кушетки. И будем отдыхать, ехать. Вот как-то так. Или ты что скажешь? Все говорю, все поддерживаю, все твои слова. Круто, сказал, молодец. Она устала. Я хочу лечь. Все, до свидания. В общем, ладно. Не переключайтесь. Очень будет интересно. Так что все, до связи. Ну, купе вот такой вот. Тут наши вещи лежат. Вторые полки. А это вот наши, а это наши места. Это вот мое место. Это Нелины место. Она вот сидит в телефоне. Сейчас скоро связь пропадет. А это наша еда. Бутерброды. Бутерброды с колбасой, сыром, сладости, вода. В общем, как-то так. Ну что, друзья, мы приступили к ужину. Купили мы, значит, как его, картошечку вот такую заварную. И роллтон. Ну, я люблю кушать макароны, она любит с детства кушать такую картошку. С детства она. Я помню, прям это просто балдела такой картошки. Что есть, то есть. Да. Потом, значит, мы заварили крокоды. Я очень люблю крокоды. Я не очень знаю, вкусный я чай. Вот Нелля ни разу не пила. Он как компот пьется. Нормально. Вот. Потом у нас бутерброды вот здесь вот еще есть. В общем, как-то так. Едем потихонечку. Все быстрее. Какой бутерброд ты берешь? С колбасой или с сыром? И сыром. Ладно, тогда колбасой беру. Угу. Вот все, вот. Ребята, приятного аппетита нам. Все, прощаемся. Ну что, друзья, мы проснулись, уже позавтракали, постель разобрали, нам вот уже вот-вот выходить. Ну что, друзья, мы уже подъезжаем, сейчас скоро будем выходить к выходу поближе, потому что у нас много
чемоданов, сумок. Только краситься перед выходом. К утру, конечно, у нас в купе стало прохладненько. Замерзли даже, можно сказать. Нелька, сколько можно краситься? Проезжаем какие-то поселения. Проехали уже. А нет, вон. Домики. В общем, как-то так. Увидимся в машине, друзья. Друзья, ну что, я уже в машине. Уже купил букет. Сейчас вам покажу букет. Сейчас отправляемся в сторону дома. Ехать минут 30. На улице минус 20. Да, на улице очень холодно, минус 30, сказал таксист, который там это самое стоял. Так что как-то вот так вот. Сейчас покажу букет. Сейчас. Вот посмотрите, какой красивый букет. Такие вот лапы зеленые, розы белые и такие алого цвета. В общем, вот так вот. Все, до встречи.